Меня зовут Егор, мне 9 лет. Я люблю заниматься бадминтоном и кидать летающую тарелку и смотреть мультики про король Лев. А там малыш есть. Ребенок такой маленький. Я сам мне готовлю макароны с котлеткой. Я хотел там побывать в Москве, потому что там все вкусно готовят. Когда вырасту, я хочу стать полицейским. Если когда война будет, я буду воевать, защищать родину от немцев. Они русских убивают. Что такое семья? Это когда у тебя дом есть, тебя любят и хвалят.